Сердце и душа Азербайджана – колыбель национальной музыки и поэзии азербайджанского народа. Освобожденный от армянской оккупации город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев. Жемчужине Карабаха будет возвращена былая слава. Это был город мастеров. Мастеров ковра, мастеров музыкальных инструментов, музыкантов, поэтов. Этот город всегда был связан с культурой. И не случайно, поэтому в Шуше родились величайшие деятели, и поэты, Натаван, Хангызы, ханская дочь, Узейр Хаджибейли, автор первой национальной оперы «Лейли Меджнун», маэстро Ниази, величайший дирижер 20 века. В Шуше уже восстанавливаются памятники архитектуры, религиозного, культурного наследия страны. К слову, армяне разграбили и уничтожили в этом городе около 600 памятников. В Шуше должны быть открыты элитные школы. Шуша должен стать городом-музеем, городом, куда будут приезжать туристы со всего мира. И я думаю, они с удовольствием будут туда приезжать. Шушу сейчас реставрируют все памятники. И церкви, и мечети, и улицы. В ближайшее время освобожденный город ждут прекрасные дни. Ожидается проведение множества фестивалей, в том числе музыкального фестиваля «Хара Бюльбюль». Мероприятие будет организовано фондом Гейдара Алиева. Подготовка к нему находится на финальной стадии. Впервые, я помню, Полат Бюльбюль-Оглу в 89 году организовал «Хара Бюльбюль» фестиваль. Тогда было трудное время. Не хватало продуктов, уже начинались провокационные действия армянских сепаратистов в Карабахе. Все-таки провели. А вот сейчас этот фестиваль возрождается. Я думаю, обязательно и будет неделя Узейр Гаджибековского фестиваля в сентябре. Я думаю, столетие нашей Бакинской музыкальной академии мы как раз отпразднуем в Шуше 18 сентября, в день рождения великого Узейрбека. Напомним, что Шуша была освобождена азербайджанской армией от оккупации 8 ноября 2020 года в ходе Второй Карабахской войны. Город пробыл в заточении вооруженных сил Армении больше 28 лет. Освобождение Шуши стало решающим моментом Второй Карабахской войны. Ключ к Карабаху вернулся истинному хозяину – Азербайджану. Не сдать! Не сдать! Не сдать!